Сейчас Довулечку будет поздравлять Дедушка Мороз. Сейчас, сейчас, не подглядывай. Большая. А ты все посмотри. Тише, тише, елку завалишь. Вот сюда поближе. Тащи тот подарочек поближе сюда. Тащи тот. Поближе. Давай этот еще раз попробуем. Ого, какой огромный. Это трек? Да. Да. Да, раскрой мне. Видишь? Надо собирать трек с Халком. Давай соберем сейчас. Давай все подарочки посмотрим, а потом соберем. Давай. Резинка какая. Еще же есть подарочки у тебя. А резинка зачем? Ну, пусть там лежит, наверное, нужна. Дед Мороз так запечатал, да? Не проберешься туда. Аккуратненько. Ну, смотри, что там в коробочке маленькой. Что Дед Мороз тебе еще принес? Тапки! Тапочки какие! А ну одевай померяй тапочки какие. Ну, ну давай. Классные. Вот так, да, наверное? Они наоборот? Нет? Ух ты! А ну покажи поближе мне тапочки. Ой, какие красивенькие. Кто там нарисован на них? Микки Маус. Микки Маус? Мягенькие? Да. Будешь тапочка таких? Да, ходить? Да, буду. Давай, покажем. Так, а мешочек я теперь? Я покажу ему подушку. Дава, посмотри. Как твоя подушечка. Так, а мешочки? Помочь тебе? Да, помоги. А ну, переворачивай мешочек, посмотрим, что же мне. Ого! Ого! Ничего себе. Куча всего. Я выше. Я до такого не додумался. Ничего себе, кучка. А что такое за лампочка какая-то волшебная? Не рви только, хорошо? Мы посмотрим. А, это же лизун такой там. Лизун оранжевый. А конфеток сколько, Давида? Ничего себе. А что там у тебя еще, кроме конфеток? Да. И шоколадки. А еще что там у тебя? О! Это что? А ну, показывай. Еще одна. Еще? А еще что там у тебя есть? А вот там, смотри, кругленькая. Вот там возле ножа. Вот. О, киндеры. Ого. И вот еще один. Ничего себе. И много конфеток. Ты доволен? Да. Ну, давай я их папа, можно их использовать?